Конечно, я во время каникул готовился, занимался, тренировался двухразовым режимом, с утра и вечером, потому что я знал, что нас ожидают тяжелые сборы, и, конечно, всегда сбором лучше самому приготовиться, чтобы уже меньше счет нагрузки физические. И, конечно же, нас ждет и чемпионат, и выступление в Лиге чемпионов. В чемпионате важно начинать с побед, чтобы какой-то задел себе уже создать. И Лиге чемпионов, конечно, встречаться с сильными соперниками, нужно быть физически 100% готовым. Да, конечно, я очень сильно мотивирован, потому что уже много раз принимал участие в Лиге чемпионов и в финале четырех. Какие-то игры проигрывали, конечно, играли по сильным соперникам, какие-то игры мы выигрывали. Конечно, очень соскучился по этому турниру и хочется со своей командой, с Сибиряком, конечно же, победить. И хочу поблагодарить наших болельщиков, которые переживали за мое возвращение в Сибиряк и за то, что они так нас сильно поддерживали в прошлом году в чемпионате.